По указанной информации, которая размещена в сети интернет о нарушениях законодательства в действиях председателя районного совета депутатов Межрайонной прокуратуры проведена проверка. Факт действительно подтвержден. На сегодняшний момент председатель районного совета депутатов Кучинская Наталья Ивановна, осуществляющая деятельность на постоянной основе, продолжает заниматься трудовой деятельностью в Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения Степновская участковая больница. Данный факт свидетельствует о нарушении федерального закона о противодействии коррупции, федерального закона в общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Данными законами определены ограничения, которые указывают о том, что депутат, муниципальные служащие, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной, творческой. По данным фактам Межрайонной прокуратурой в Назаровский районный совет депутатов внесено представление об устранении нарушений законодательства и противодействии коррупции. С постановкой требования о досрочном прекращении полномочий как депутата, так и председателя районного совета депутатов Кучинской Натальи Ивановны в связи с невыполнением и несоблюдением ей запретов и ограничений, установленных федеральным законодательством. В данном случае мы расцениваем, что это уже повторное нарушение. Кучинская продолжает нарушение на сегодняшний момент. То есть это как в связи с учетом того, что уже ранее приносились и вносились меры в части несоблюдения законодательства противодействия коррупции, в связи с чем поставлен данный вопрос.